Так, а почему она запечатанная? Так, надо сосредоточиться. Последний раз проверь свои Бэри и иду гулять. Три, два, один, гоу! Давай, Джарминтор, выиграй, пожалуйста, выиграй этого несчастного. Джарминтор, что это такое? Надо пойти проверить. Эй, а что это такое было? О, ребята, что ты здесь такое делаешь? Ой, да слушайте, коробок от игрушек насобиралось. Фух, хочу выбросить. Сейчас мы тебе поможем. Да, было бы неплохо. Пошлите на улицу, все это вынесем. Так зачем их выбрасывать, если из них можно сделать костер и заодно пожарить маршмеллоу? Я еще приготовлю маршмеллоу. Хорошо, Тима придумал. Сейчас мини-пикник устроим. Да. Тимофей, давай коробку. Смотрите, сейчас она у нас разгорится. Будет такой классный костер. И мы будем делать маршмеллоу с кем? Шашлыки. Маш, ты уже готова? Да. О, Маш, шашлыки уже готовы. Сходи туда чуть-чуть подальше, 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 потому что сильно горит. Почему она запечатанная? Тима, там новая бейблэйдер! Спасай! Скорее! Маша, неси воду! Фу! Так какие мы же все-таки бейблэйды спасли? Ну давай смотреть! Смотри, коробка вся горелая! Давай хоть откроем, посмотрим, что там! Посмотри, здесь еще куча пенопласта. Вот это она у нас загорелась. Да. Ничего себе, смотри, здесь еще и пакет какой-то. Давай его вытаскивать. Целых 4? Да, целых 4, вот смотри. Привет. Это Волтриек Генезис. А это Когнай. Волтриек. Подожди, еще один Волтриек. А это Спрайзен, легендарный Спрайзен. Тим, посмотри. Ух ты. Слушай, но я не заказывала 2 одинаковых Волтроека. А что мы будем с ними делать? Давайте один разыграем. Точно, у нас скоро на канале 10 тысяч подписчиков. И вот когда у нас будет 10 тысяч, мы разыграем вот этот вот Волтроек Генезис V3. Точно? Точно. Ну что, пошли теперь в комнату. Пошли. Опачки. Да, чуть не сошли, Бэй. Давайте же их распаковывать. Тима, ты что, забыл? Мы еще сегодня должны разыграть вот эти подарки. Ах, да, точно. И кроме того, мы еще должны сегодня передать приветы. Так что давайте, с чего начинаем? С подарков или с приветов? С приветов. Ну, давайте с приветов, а в самом конце разыграем вот эти... 2 подарочка от нашего канала. Итак, первый приветик. Алексей Николенко, Андрей Иванов, Антон, Артем, Вадим Страх, Валера Трутненко. Привет! Передаем приветик Валере Рашевскому, Ване, Владу, еще одному Владу, Вячеславу, а также Владе Куринай. Привет! Приветик от нас! Дима! Дима! А также Глеб, Давид, Денис и Илья! Привет! Передаем привет Игорь! И еще один Игорь, а также Дима, Егор и Илья! Привет! А теперь привет! 2 Кирилла, 2 Миши. А также Костя, Максим и Сергей. Привет! 3 Назара, 2 Паши. Привет! Удачных выходных! Саша! А также Роману, Эмилю, Юрию и Тимофею. Привет! Вот эти коробки.
выпустили приветики. Привет! Всем этим ребятам привет! Привет! Ну, а теперь давайте определим победителя на вот эти наши сюрпризики. Ну что ж, давайте теперь узнаем, кто выиграет вот эти наши сюрпризики от нашего канала и от Ubox. Нажимай, Тимофей, кому повезет. И Давид Маталяк. Ура, я обожаю Тимя, много здоровья, счастья, много подписчиков и много блейдов. И я участвую, все классные, Ubox, класс. Давид, мы тебя поздравляем, и ты получаешь вот этот вот маленький сюрприз от нашего канала. Давид, не забудь написать свой адрес. Набираем 10 тысяч подписчиков и ждите нового конкурса. Ребята, ставьте лайки, зовите друзей к нам на канал. У нас всегда какие-то конкурсы и призы. Подписывайтесь на канал Тим, Витыч и Маша. Пока-пока. Пока, друзья.